получили вот такой штангельцеркуль. Были отрицательные отзывы на этот штангельцеркуль, но надеялись, что в магазине Banggood будет качество получше. Оказалось, что качество такое, как оно есть. То есть мы сейчас будем рассматривать. Вот включаем его. Он показывает сразу у нас 4 сотки. Нажимаем, сбрасываем его в ноль и, соответственно, отводим. И назад возвращаем, он показывает 15 соток. Назад возвращаем его, показывает 7 соток минус. Снова откатываем его. Он показывает 14 соток. Опять сбрасываем его. Он показывает у нас 1 штуку. То есть мы не сильно его вкатим, вот, думали его раз, он все время у нас показывает, черт все знает что. Если его вот так пошатать, у него вот это все шатается здесь. Так, крупным планом его если снять, вот он шатается здесь. Здесь у него щель, соответственно, вот такая. Потом, если вот здесь посмотреть, вот здесь вот. Здесь вообще зазубрены вон такие вот. То есть он сам по себе весь болтается все здесь. Если здесь вот оторвать пленочку, то здесь оказалось, что не хватает болта, то есть нет болта. Ну, во всяком случае, крышка это не шевелится. Главное то, что он неправильно показывает. Он шевелится и, соответственно, у него показания меняются. Хотя у него точность указана, что 0,02 миллиметров. То есть сам штангельцеркуль не соответствует заявленным параметрам. Показывает 13 мм. Кроме того, здесь вот болт. Если его нажать, то он просто фотографии сделаю.